Всем привет! И сегодня мы будем делать лизуны разноцветные. Нам понадобится 4 мисочки, красители красный, желтый, синий. И еще у нас есть вот такой, здесь не видно, но он бирюзовый. Теперь нам нужно налить немножко воды в каждую из емкостей. Да, емкости. Для того, чтобы разбавить там краситель. Немножко красителя. Надо мешать. Доставаю ложку, я тоже. Вот тебе тоже ложка. Я мешать буду сейчас. Мы размешали красители красный, желтый, синий и бирюзовый. Ну, теперь нам нужен вот такой канцелярский клей, прозрачный. Вы можете взять даже клей ПВА, если вам не обязательно, чтобы ваш лизун был прозрачный. Мы нальем полбутылочки в каждую из емкостей. Наливай сюда, бери. Клей вылили, теперь нужно это все перемешать. Перемешиваем до однородной консистенции, чтобы у нас получилась вот такая вот густая жидкость. Клей, размешанный с водой и красителем. Все, мы перемешали клей, воду и краситель. Теперь нам нужен натрия тетраборат. Он продается в любой аптеке. Его нам нужно добавить совсем немного. С какого цвета начнем? С красного. В красный. Наливаем немножко натрия тетраборат. Пробуем и перемешиваем. После перемешивания у нас получился наподобие лизуна, уже похож. Сейчас мы его попробуем руками. Да, надо баночки для них сделать. Как да? Он прилипает, он не прилипает к рукам. Такой густоватый. Вау, как он прикольный. Сейчас попробуем помять в руках, что там у нас получилось. Как змея, ужас. Я в шоке, он чуть-чуть не пачкается. Положим его, пускай он у нас доходит там, да? Ну, подойдите. Пока он будет доходить, мы сделаем другие. Ребята, это классно. Смотрите, еще зеленый цвет к нам добавился. Желтый уже почти слез у меня с руки. Остались на руке красный, синий и зеленый теперь пополз. Прикольные лизуны такие. Вот такие они. Прозрачненькие. Вот такие они прозрачненькие. Это уже. Помаши мне сюда. Сквозь слизь. Смотри, какая здоровая. Вот еще синяя. Красный готов к растягиванию? Да. Но у него пак. Вот такой желтый. Это липучка. Пучка магнит. Она, смотрите, что умеет делать. Это круто. Смотри, Егор, какую пленку растянулась. Вообще прозрачный. Смотри, класс. Она, да, прозрачная. Обалдеть. Желтый, зеленый, синий, красный. Больше у меня нету лизунов. И они вот такие вот. Смотри, какая пленочка. Круто. Она не очень... Всем привет! Сегодня мы будем делать разные штучки. Это... Разные лизуны. Лизуны разные. Это наш раздел эксперименты. Да, эксперименты. Ну вот, научились делать лизуны. Учились они у нас. Ставьте лайки, если вам понравилось мое видео. Обязательно пишите комментарии. Пока-пока. Пока-пока.